Член семьи живет у нас на кухне. Для каждого из нас он самый лучший друг. Его зовут просто мистер холодильник. Он такой один господин над людьми. Хранитель запасов, сыров и колбасов. Примет продукты, как в обменнике баксы. И всяких процентов все вернет по любасу. Но есть одно условие — пополнять базу. Знакомые звуки меня разбудили. Хлопает дверца от холодильника. Тихие шаги, затем грохот кастрюли. Кто-то шарится там, пока все уснули. Схожу тоже на тусу к другану в гости. Он рад меня видеть, мол, милости просим. Все как на подносе, выбирай, не стесняйся. Остались только яйца, но мне глазу не нравится.